нам нужно контроль над границей с Российской Федерацией. Потому что только тогда мы сможем обеспечить, чтобы была стабильность. То есть сегодня они вывели войска, завтра ведут заново. И это первая задача, которая взяла на себя обязательство выполнения российская сторона. Она должна предоставить нам возможность такого контроля. После чего, безусловно, мы можем проходить любые пути юридического реформирования. Давать специальный статус, не давать специальный статус, но когда это будет подконтрольна нам территория, то, безусловно, мы сможем сделать какие-то действия более эффективные. Люди в Донецке и в Луганске мечтают вернуться под контроль в Украине, кроме отдельных там лиц сепаратистов, которые прекрасно себя чувствуют в качестве разбойников, занимающихся грабежом.